Всем привет, ребята, и сегодня я буду показывать вам Wildcraft. Да, спросите вы, а почему я всегда снимаю с музыкой, а сегодня решила снять со звуком? Мне новые наушники купили, поэтому я решила снять со звуком. Сейчас буду пытаться, не знаю, первое видео со звуком про Wildcraft, понравится вам или нет, это решать не мне, а вам. Давайте в долину гигантов. Что мы, собственно, буду делать сегодня? Будем делать сегодня. Давайте зайдем на чей-нибудь сервер. И там что-нибудь поделаем. Зайдем, думаю, на украинский. Давайте так, на украинский или на российский. Тут 17 левел и 7 игроков. А тут... 98 и тоже 7 игроков. Я думаю, лучше зайти на вот этот сервер. А, не вышло. О, русский сервер. 112. Ребята, почему-то у меня не получается зайти. Ладно, давайте еще раз попробуем. Так, давайте. Ну, блин, что ты не грузишь интернет? Ну, грузись, пожалуйста. Ладно. На 17-й, так на 17-й. Мне кажется, это будет интересное видео. Ну, мне кажется. Я не знаю, если честно. Так. Первый уровень 8. А что у меня джойстик не двигается, собственно? Сейчас. Да, это, конечно, у меня загнул интернет. Ладно, давайте на другую игру зайдем. Почему я замолчала? Это просто ожидание. Комментировать скучно. Блин, я очень хочу на сервер попасть. Но чтобы у меня все этого загружалось. Нет, я не хочу прокачиваться. У меня... Нет, конечно, хочу. Но не хочу, чтобы меня прокачивали. Ведь у меня 135 левел. Это не максимальный, но нормальный. Так, а... И опять это же проблема с джойстиком. Да. Сегодня в одиночку пойдем, наверное. Раз не получается сюда. Попробовать на кланный не вариант. Кстати, хочу вам рассказать один прикол. У меня клан был мой. Но так как я захотела поменять ник, передала лидера другому. И вы знаете, что случилось? Он не знает, как добавить клан. Ну ничего, когда зайдет моя эта подруга, я ее попрошу отдать лидера. Лидера, это мой же клан, мой же. Если увидите ник Фантамтик, вот такой вот, вы не можете себе, вот такой вот ник Фантамтик, и ца, ча, не знаю, как ца пишется, поэтому написала ча. Но читается Фантамтигрица. Все. Понятно? Блин. Не, ну, в принципе, на этот. К Насте пойдем. Не знаю, наверное, ролик ни о чем получится, потому что у меня все время выкидывает из игры. Вон, видите, вообще выкинуло. Ладно. Wildcraft'ы можем в The Wolf. Давайте в The Wolf. Кстати, если кто играет в эту игру, то сейчас покажу свой клан. Я недавно его создала. Сейчас покажу название. И если захотите присоединиться к клану, знайте. У меня есть клан, и вы можете к нему присоединиться. Так, заходим в этот, как его там? В The Wolf. Так, задание новое.
Нет, заданий новых нету, я потом... Так, покидает стаю, покидает стаю. Ей! Ну ладно. Так, друзья. Что там у меня, друзья? О, в игре кто-то. Ну, давайте поиграем. С ним. Не в сети, все остальные. Совет. Все навыки в древе особые. На расстоянии урон и площади их не используйте их, чтобы атаковать сразу несколько целей. Не вместилось. Так, игра почти загрузилась. Ва! Я если что, кровоцапка, а мой клан... Сейчас покажу. Мой клан называется Звездные Волчата Атек Киса. Вот видите? Угу. Таблица лидеров. Так, рейтинг С. Ничего себе! А сколько тут? Как-то такое. Да, я лучше даже спрашивать не буду. Наверное, побегу. Кто тут есть? Думаю, я себе могу. Какого фига на меня напали летучие мыши? Я сейчас вас отравлю всех. Да. Так, ой, хочу. Что, собственно? Овцы, бык. Чего? Кого? И это кто? Альфа зовет. А это кто? Ой. Нифига. У кого эта клетка доступна? Ладно, не буду... А, вот 35-й. Вот мой друг 35-й, ладно, у него клетка доступна. Сейчас попрошу в клан мой. Еще. Только уже американские забыли, именно тот, который на меня напал. Да! Это та, которая на меня напала. Надо. Новый уровень открыли. Ничего себе ты. Да. Ну кто там? О! Полюбуйтесь. Как по запросу. Американский супер. Делаем наглый этот. Берем уменьшение силы. Берем вот это вот. Я что-то могу. Не жалко. Так, там.
Поздравляем, вы достигли нового рейтинга. Ух ты. Взяла 14, но это бы плохо кончилось. И вот тут все. Так. Ребята, видимо, на сегодня мы видео заканчиваем. И всем пока. И до скорых встреч. Блин. Гризли сильный. Парнишка. О, он медленнее стал. Да, 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 да. О, оп, дали. А какой еще один грязный где-то был? Ух ты! Ух ты, какие мы грозные! Ладно, ребята, пока. Следующее видео. Если вам понравится, я напишу про... Господи, запишу про The Wolf. Всем пока и до скорых встреч.